5. О. Здравствуйте, канал Bad Girl. Катя. Ярик. Я это даже сфоткаю. У меня Ярик просто в воздухе висел. У вас тоже? Давайте, да. Круто. Давайте тут останемся просто. А тут ворота как раз. Давайте подскажем Ману, где вы чините генератор. Софья. А? Закружилась. У меня 10 круток накопилось. Крутим или копим? Подумаешь. Не знаю, как хочешь. Я свои слила сегодня. Крутим, Ярик, сегодня тебе повезет. Хорошо, что я с этой карты включу. Но не в ДБД. 47. Открутила? Да. Я кого-то слышу. Я тоже. Ой. Хоть бы ВСКер. Кого, кого? Давно, так давно не было. Это... Айтист. Угу, вижу, ножи летят в разные стороны. Значит, у него рикошет. Да, у него рикошет. Оух. Вау. В смысле? Ваншот? Нет. Нет. Сначала он был косым, просто стал резко метким. Тотемчик нашел. Он пошел к наш. Нет, не к нашему генералу. Шел там, где мы заспавнились. Да, потом это плохо. На картонах сидит. Это я сижу. Катя. Да, я по... Катя, по чём узнал? По... Лечитесь. По персонажу, вот. Всё, он найти, кстати, не может. По персонажу, понял. Он найти не может, прикинь. Где ты? Я здесь. Где ты стул? Где ты стонешь? Блять, это, наверное, хуёвая идея, да, чинить ген рядом с тотемом? Да. Ну, я бы сначала починил генер, потом потерял тотем. Да. Ну, типа, чтобы он не проверял это место. По факту, ты как будто сейчас продаешь тотем. Да. Я продаю себя, похоже. Дорого? С обычного... Блять, он у меня. С обычного маньяка не проверяют, там же зачиненный генератор. Он сломал тотем. А почему? А потому что персик. Я знаю, где ты там есть. Я тоже знаю. Угу. Я его тоже нашел. О, Ярик, я пойду наверх. Не возражаешь? Да, давай. Давай, конечно. Я сказал, беди. Ну ладно. Ладно. Как хочешь. Бывает. Я просто аккуратненько хочу. Я просто... Не-не, я просто садил беги и иди. Это слово. Блин, а где? Потеряла, прикинь. Нашла справа, сзади. А, сзади. Господи. Спасите меня. У нас первый есть. У нас сейчас будет тотем. У нас сейчас будет труп, угадайте, чей. Ох, нихера тут ножи летают. Ух, ничего себе, там рикошет. Во все стороны вообще. Блять, иди нахуй, просто чепушила, блять. Ярик, они рядом. Да, я заметил. Он, наверное, пошел в главное здание. Блять, да? Не надо меня трогать! А где есть генератор был этого игры? Ага, я понял. Размен. Размен, да. Немножко размен получился. Ой, раз, он за мной, блядь. Я думаю, я мог бы просто... Он теперь... Конечно. Понятно. Ой, блядь, все, в пизду. Не надо меня поднимать! Иди, Игорь, подними! Не надо! Ну, ё-моё! Игорь, ты остановишься? Я подыхаю. Я повисла. Все, пойдемте. Прям фильм. Под крюком. Фильм смотреть. Что ты хуепутала? Всех решил положить или че, блядь? А ты меня заметил, скажи, пожалуйста. Ну я тогда пытаюсь сбежать. Безрезультатно. Безрезультатно. Ну. Я сбежать пыталась, что ты?
Да, он за мной опять. Блять. Ой, не надо. Поближе, поспасет. Хе, лохопед. А, ну он как бы там. Я далеко. Классно, с какой стороны поднимать они? Я спасаю уже. Ну он как будто в этом здании. Игорь, есть что-то от тема где-то? Не, он опять за мной. Все, понятно. Блять. Так, откройте мне чат, сука, я хочу написать, блядь. Игорь, я, возможно, тебя сейчас не обрадую, но я, кажется, тоже сейчас умру. Да он просто бегает за одним и тем же, блядь, понятно. Ай-яй. Ну, кажется, ко мне Катя за этим себя побежала. Чё с Катей будет плавить? Я прям его позвал, его поднял. Класс. Нифига он настрелял, конечно. Ой, осталось только дочинить Катин геник, всё. Да, только как его дочинить? А я его отвлекаю. Я его отвлекаю, Катя. Хорош, только он не отвлекает, нихуя. Ой. Ты что там ищешь? У тебя задание, что ли? Нет. Просто карту пиздануть решила. Да. Я в этот. Я в лачугу бегу. Давай, я генератор. Куда? От лачуги. Кать, дочинишь свой генератор? Да. Адреналин есть. Да. Здесь нет палетки. Не знаю, я убегаю вот. В лачуге. Блин, здесь тэшка. Тэшка неудобно. Где? Тэшка неудобно. Ой, понятно, я сейчас падаю. Хотя... Софья, беги к... Я вообще не долго типа, живу. Типа вот Ярика надо спасти. Я все сейчас вычиню. О, пожалуйста, чини, я сейчас я поднимусь прямо перед ним. Ладно, понял. Не успела? Кстати, не успел. Ладно, чини. Все, главное меня снять, я буду вечеринкой. Софи, ты рядом снимешь? Ну, я постараюсь. Или открывай, что ли? Катя, открывай. Я в сторону Кати побежал. Блять, у него ворота уже заблокированы. Выхода нет. Заебись. Нет? У тебя? Да. Понял. Ну правильно, что ему к воротам бежать? Он же знает, что у него выхода нет. Ля-ля-ля. Бича молодой аристократ. Действительно. Сука, нам ни камни сто карат. Дорого пиздец. Ой. Чё, Питер сраный? Ты чего делаешь? Мне уже похуй. Я же катку пишу! Ничего страшного. Софья, ё-моё! У меня сейчас трясутся руки, мне вообще похуй. Потому что у меня сейчас такие палец. Чё ты сделала? Не надо, стой, не надо! Да похуй мне. Не надо, говорю! Тебе-то похуй, я тебя добегу спасать, ё-моё. Тебе похуй, о людях подумай. Дай полечу тебя. Не хочу. Он бежит к вам. Я бегу открывать эти ворота. Там, где я висел. Кто помнит, где они находятся? Я не помню! В одну сторону надо бежать. К тотему.
Угол карты. Напротив тотема. Блять, напротив тотема. Я вообще в обратной стороне. Конечно же, нашел. Конечно, как ты, блядь, меня увидел? Косана, чтоб ты сдохла, нахуй. Да. Можешь удалять эту катку. Не, сейчас. Я прям в таком виде и выпущу. Ебаная тварь, блядь. Не прятаться, я вообще без понятия, блядь. Уебаная тварь, нахуй. Открывайте ворота, блядь, и ебите нахуй отсюда. Пожалуйста, бежим. Бежим, бежим. Ворота, да, ворота, ворота дальше, бежим, бежим, бежим. Ворота дальше. Ты чё, открыл? Он здесь! Эво. Ярик умирает, да? Ты чё тут делаешь? Это умирает. И открываем? Да конечно, там открывайте открытые? Уже, быстрей. Там открытые дальние. Ой. Прикоснулась, уже открыли. Не трогай меня, у меня поднятие есть! Блять! Ярик, может ты свою жепку спрячешь с линии обзора? Да нет, пусть будет. Сука! Поприседайте этому мудаку. Прям. Ну блять, ну зачем мне это, блять? Ну, сука! Можешь выходить? Не поднимайте меня! Просто не поднимайте! Зачем ты меня поднял, сука такая? Несется, несется. И чё стоит? Я думаю, чё стоит? Ой, выключаю я. Пишите.